Doamnelor și domnilor, am revenit la cea de-a treia runda emisiunii Platforma Electorală. În studioul îl avem invitat pe Dumitru Ciubașenco. Domnule Ciubașenco, bună seara! Bună seara! Înainte de a da start cronometrului, vreau să vă reamintesc, participanții nu au dreptul să instige la violența publică, divulgarea secretelor protejate de lege, incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial, lezarea demnității sau reputației altei persoane, ofensa publică. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, vom fi nevoiți să întrerupem discursul. Домна Чебашенко, кондиционер Настрыва Сункларой. Да. А да. тут старт к Да. Стим, стимат, уважаемые соотечественники, те из вас, которые считают, что в Молдове все нормально, кто считает, что режим Плохотнюка делает все правильно, кто считает, что кража миллиарда это нормально, вы можете выключить телевизор и не слушать меня. Я Дмитрий Чебашенко кандидат на пост президента от нашей партии Рената Усатова, обращаюсь к большинству из вас. Я обращаюсь ко всем униженным и оскорбленным, к тем, кого государство бросило на произвол судьбы, к тем, у кого оно убило веру в то, что можно еще что-то изменить к лучшему. Я обращаюсь к сотням тысяч пенсионеров, которые после уплаты коммунальных услуг могут купить только один хлеб и один пакет молока в день. Я обращаюсь к мамам, у которых нет денег, чтобы вырастить своих детей. Я обращаюсь к инвалидам, которых государство бросило на произвол судьбы умирать в нищете. Я обращаюсь к молодежи, которая уезжает из Молдовы, потому что не верит в свое будущее. Я обращаюсь к потенщикам, у которых эта власть хочет отобрать последние гроши, которые они с таким трудом сегодня зарабатывают. Я обращаюсь и к полицейским, над которыми их начальство издевается, заставляет идти на преступления, делать грязные дела, вместо того, чтобы они выполняли свой долг, охраняли закон и общественный порядок. Мы все должны ясно понимать: если режим плохотнюка сохранится, ничего в Молдове не изменится к лучшему. С плохотнюком у Молдовы нет будущего. Куплохотнюк Молдова ну аре веитор. Если не освободить Молдову из-под иго Плохотнюка, через несколько лет он окончательно добьет и страну, и народ. Режим Плохотнюка – это раковая опухоль Молдовы. 30 октября на выборах мы должны ее вырезать. Наша партия предлагает быстрый, законный и эффективный способ решить эту проблему – избавиться от этого режима Плохотнюка. Указ номер один президента о распуске парламента. Уже к весне следующего года мы можем иметь новые парламенты и правительства из честных и компетентных людей, которые начнут наводить порядок в Молдове. После этого мы инициируем разработку и принятие новой конституции, которая станет фундаментом для строительства новой Молдовы. Мы предлагаем вести в Молдове президентское правление, как в Беларуси, России, Франции и Соединенных Штатов. Мы предлагаем сократить число депутатов со 101, максимум до 71. Отменить иммунитет президенту, депутатам, судьям. Запретить лицам с гражданством других государств занимать важные должности в государстве нашем. Принять закон о конфискации имущества тех, кто виновен в краже миллиарда. Наше отличие от всех других партий заключается в том, что только мы предлагаем реальный способ быстро избавиться от режима Плохотнюка. Одним ударом, одним указом. Другие кандидаты, которые не говорят, как и когда они будут освобождать Молдову от плохотнюка, превратятся в Тимофти-2. В лучшем случае они станут его заложниками плохотнюка, марионетками его, а в худшем случае его соучастниками и подельниками. Мы антисистемная протестная сила, которая ставит цель сломать систему плохотнюка. Я хочу обратиться отдельно к кишиневцам. 9 лет над нашим городом издевается клан-гимпу Кертуака. Они убивают нашу столицу и не делают это под прикрытием Плохотнюка. Они будут убивать Кишинев и дальше, пока их крышует Плохотнюк. Победа над Плохотнюком означает и победу над Киртуаком. Все они должны сидеть в соседних камерах в одной тюрьме. Стимац Кончетецень, олежили пришедентелу Республики Молдова, День 30 октября требуется девина Зива Рыскалей-Пашничей, а контр-режимулой узурпаторулой Плохотнюк. Но и новый кимем Лафурч, как а и фугаримпиачеш депутатс, четаценей под да жос-ачес-режим, вот тындул пи кандидатул партидулу ностру ла айджерли день 30 октября. Дорогие друзья, 30 октября мы призываем вас к мирному восстанию против преступного режима Плохотнюка с помощью бюллетеней для голосования. В этот день власть будет в ваших руках. Мы призываем вас этой властью поддержать указ номер один президента о распуске парламента. Это не мой указ, это не указ Рената Усатова, не указ нашей партии. Это указ каждого из вас. И 30 октября выбор за вами. Domnul Ciubașencu, timpul dumneavoastră expirat. Vă mulțumim și o seară frumoasă. Mulțumim. Domnilor și domnilor, vă reamintesc și a prezentat platforma electorală Dumitru Ciubașencu. Atât pentru această seară. Vă așteptăm mâine la ultima ediție a emisiunii noastre din acest scrutin. La ora 21 și 25 de minute este așteptat să-și prezinte platforma electorală Iurie Leancă. O seară frumoasă și numai bine!